1 сентября после масштабного капитального ремонта открылась школа в Новом городке. Более 300 детей смогли приступить к обучению. В ходе ремонтных работ, которые стартовали в мае 2018 года, здание получило вторую жизнь. Специалисты усилили фундамент и несущие конструкции, отремонтировали кровлю, подвал и фасады, заменили окна, двери и установили новые инженерные коммуникации. Решение о выделении денежных средств на реконструкцию школы было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым по программе восстановления военных городков и находилось на его личном контроле. Одинцовские единороссы осуществляли мониторинг на всех этапах ремонта в рамках проекта «Новая школа».